Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, начинаем мы ловить очень быстро всех покемонов, чтобы успеть закончить сезон. Еще расскажу, новая версия выходит, я точно не знаю, но если подумать, то к конце, можно сказать, ну, на выходных, да, можно сказать на выходных. Сейчас, ребят, давайте быстренько, можно сказать, очень быстренько. Посмотрим, каких покемонов нам не хватает. Так, сейчас. Ну, я тут смотрю, просто Оникс у нас уже есть. Ликитунг у нас уже есть. Вот этот у нас тоже есть. И все. Вот давайте я просто сейчас посчитаю, кого у нас нету. Парасекта. Нет, сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Офигеть, нам не хватает 33 покемона, что делать, ребята, что делать? Первым делом, нам нужно попродавать вот это все. Для чего? А для того, ребята, чтобы закупиться просто-напросто мастерболами и ловить всех покемонов только мастерболами. Потому что это и быстрее, и как бы не нужно тратить в обычные покеболы, да, а сразу же мастерболами. Поэтому, ребята, давайте сейчас мы просто закупимся, чтобы нам хватало мастерболов, и чтобы мы пошли ловить всех покемонов. Всех! Так, нужно хотя бы еще себе 2, 3, 4 мастербола купить, если нам, конечно, хватит. По поводу ультраболов, ребятки, я даже не знаю, стоит ли их покупать, не покупать, а делать. Но у нас есть 5 алмазов. Нам, 6 мастерболов. Я не знаю, ребята, что нам сейчас делать? Я, наверное, все-таки действительно просто буду покупать. Мастерболы, да и все. Так. Все, больше мы сюда ничего не можем поставить. А что мы можем забрать? Вот, давайте сейчас мы, ребята, вот сейчас мы просто-напросто понакупаем себе мастерболов. Какие мы можем купить? Вот это все мы давайте сейчас заберем, что тут мы можем, чтобы просто понакупать себе мастерболов и пойти ловить покемонов. И у нас уже есть 6 мастерболов, ну, в принципе, это уже нормально, уже можно словить покемонов, которые большие уровни и которые просто-напросто трудно ловятся. Такие, ну, в принципе, 2 мастербола нам пригодятся только на легендарных, которых у нас еще нету. Поэтому, ребята, нужно тоже как-то рассчитать это все, чтобы хватило, чтобы было, чтобы плавить всех покемонов, в принципе, быстро. Так, давайте, вот это нельзя, вот это можно. Что мы еще можем продать? Это, так, вот сюда. Если что-то потом еще, ладно, давайте пока что пойдем. Если, в принципе, нам будут попадаться покемоны-боссы, да, мы, наверное, все-таки их будем убивать, потому что, чтобы купить себе еще алмазики... Так, где у нас алмазы? Вот тут. Нет. По поводу Rare Candy, мы, наверное, тоже их будем покупать. Так, вот мастерболы. Так. Нормально, ребят. У нас 9 мастерболов, которые, в принципе, 9 покемонов, это уже офигенно. И сейчас, ребята, давайте мы помчимся куда-то ловить каких-то покемонов. Самое главное, сейчас, кого нам не хватает? Лунатона, ага. Это я, в принципе, знаю, где он. Дитто, вот это немного проблемно, так как Дитто это Дитто. Он не очень так часто спавнится. Стантлер, вот это я вообще не представляю, что это за покемон. Парасект. Гример. Экзегьют. Но вот этих, конечно, в принципе, не очень так тяжело найти.
Если немного поискать, то, в принципе, можно их быстренько найти. Если они, конечно, надумают заспавниться. Надумают спавниться, да. А, нам пинсера нужно. Тентакула. К старию вроде, если я не ошибаюсь. Поэтому мы все-таки, наверное, полетаем, как я думаю. Потому что вот этих всех покемонов нам нужно словить. Пинсир. Так. А, нам же еще нужно прокачать орб для Запдоса. Офигеть, ребята. Я не знаю, как мы словим 33 покемона. О, там пинсир. Давай. Твою мать! Пропал. Охренеть. Если они еще вот так пропадать будут, это вообще охренеть, ребята. 33 покемона. Я не представляю, как. Как мы их найдем? О, за пинсир. Если, конечно, мы только будем покупать только мастерболы, то это, в принципе, не так уж и проблемно словить 33. Так, где он? Вот он. Так, давайте попытаемся его словить, например, сафари. Бол. Ух, ребята, нам нужно словить 4 иви, которые, в принципе, никак просто не ловятся. Нам нужно их словить. Нам нужно словить Снорлакса. Он у нас нет случайно, Мунчлакса. Ладно, ребят, будем мы... Ладно, давайте еще Ультраболом попробуем. Танжела. Точно, Танжелу нам нужно словить. Сначала нужно словить таких покемонов, которые просто-напросто не очень такие сложно ловятся. Чтобы просто-напросто самых таких, которые... О, отлично, его мы словили, давайте сейчас я его тут... Пинсер, где он у нас? Вот, убираем. Мистер Майм, Танжела. Так, давайте Танжелу. Так, ну, в принципе, Танжела. Давайте дальше полетим. Поищем в джунглях и Танжелу. Я сейчас включу день, чтобы просто было видно, чтобы домой не идти, не тратить время, да, так как, в принципе, у нас и так его не очень. Пару дней, чтобы словить 32 покемона. То есть мы сейчас уже словили пинсера, да? Шайни. Там был Шайни. Только походу уже его нету. Ну, шайни так шайни, ладно. А, Танжела. Танжела, я правильно написал? И сейчас, кого нам еще нужно? Куда нам лететь? Ребят, 33 покемона, я не знаю, куда нам лететь. Кого мы тут можем словить? Иви. Нам нужна куча Иви, нам нужна куча... Нет. Чикорита, у нас нет Чикориты. Охренеть, начальные покемоны у нас их нету. Вот это вообще охрененно. Чикорита. Плюс к тому, нам нужно еще их прокачивать, ребята. Ну, по поводу прокачки, это, можно сказать, не очень так сложно. Если уж, в принципе, мы не успеем прокачать их всех, то просто-напросто потом, если что, их прокачаем, как бы, уже с помощью конфет. Потому что, в принципе, тоже очень много времени у нас нету, ребята, чтобы прокачать всех покемонов. По поводу боссов, я не знаю, стоит ли их всех убивать, но, в принципе, они в земле, поэтому в землю мы даже туда рыться не будем, ребят, не будем, потому что нет времени туда зарываться и их всех искать. Так, сейчас, кого у нас нет? Хитмончена, да? Хитмончен. Я думаю, что вроде как-то так он пишется. Хитмончен. Ладно, давайте поищем. А кого у нас еще вот тут не хватает? Лунатона. Да, Лунатона, который спавнится в горах. Нам не хватает. Также, в принципе, больше я не знаю, кого нам не хватает. Мачок, он у нас есть, да. Мачок у нас есть. Тут что-то вообще нифига никого нету. Оникс, Оникса
Ладно, не нужно, не нужно, не нужно. Ну спамьтесь, ребята, нет времени. Сейчас. Сил, Farfetch, Parasect, Tentacool, Grimmer, Execute, Coughing, Chansey. Ну, Chansey у нас уже есть. Давайте сейчас я вот тут уберу. Стариу и Тентакула. Вот сейчас, наверное, мы все-таки пойдем их ловить, так как... Сейчас. Пилосвайн. Я думаю, он как-то вот так пишется. Сейчас проверим. Пилосвайн. Да, нужно его найти. Так, чтобы просто не мешало. Нужно ловить. Капут. 32 покемона. Ах. Я так думаю, сейчас более так лучше пойти в... Да я понял, что ты не знаешь плавать. Ух, давайте попробуем словить. Быстренько. Нужно просто... Ух, капут. Ну то, что... мы еще и умираем там. Давай ты быстро... Ну, давай. А мы не тонем. Отлично. Я думал, мы будем тонуть. Старью. Отлично. Я случайно на мастербол нажал. Или нет? Если да, то это вообще сдуреть можно. Ну, давай. Ребят, тут есть такие покемоны... Нет, я не нажал на... Ребят, там есть такие покемоны, которых я, в принципе, даже не знаю, что это за покемоны. Такие, как, например, Крайо Оджионал. Что это такое вообще? Схил Сиалео Волрейн. Это Чинчар. Где он? А вот сейчас уже тонем. Он где-то тут был. Ну где ты? Ну где ты? Нет, не Хорти. Вот. Вот. Ультрабол. Так, Старию мы словили. Старию где он? Старию словили. Сейчас если словим Чинчара. Чинчоу, точнее. Ладно. Ультраболов уже нету. Джинкс, Дито, Мистер Майм. Ну, Джинкс это такое, не очень сложно, мне кажется. Дито, вот Дито, это, мне кажется, будет посложнее. Ух, словили мы Чинчоу. Все, в принципе, в воде, можно сказать, мы словили уже всех покемонов, которые тут могли быть, можно и так сказать. Сейчас... Пилосвайна нам нужно найти. Или Чикоритту. А по поводу Пилосвайна нам лучше пойти куда-то. Вот сюда, там у нас есть зимний биом, а там мы, в принципе, и Джинкс сможем найти. Если, конечно, найдем. Там покемон босс, но, ребят, не будем мы туда идти. Давайте мы туда пробежимся быстренько. Словили мы трех покемонов. Сейчас таких покемонов, которые не очень так, можно сказать, редкие. Да, это давайте сейчас посчитаем. Парасект, Коффинг, Грайм, Грим. Это трех этих покемонов можно словить как бы нормально, но просто они тоже иногда так спавнятся, не спавнятся. Ну, в принципе, сейчас я посмотрю, кого еще тут. 4 Иви, Танжела, Мистер Майм, Джинкс. Ух, ребят, 4 Иви это... это сдуреть можно, потому что я так думаю, на 4 Иви мы потратим просто-напросто 4 мастербола, потому что 4 Иви это сдуреть можно, они вообще никак ловиться не хотят, поэтому я, если честно, даже не представляю,
Так, давайте мы полетим. Вылечим. И полетим. Ребят, не будем мы убивать покемонов-боссов, потому что... Ну, просто нет времени на это. Ну, если они, конечно, будут вот так, снаружи, наверху, да, то, конечно, мы можем их словить, убить. Но по поводу... О, вот этот, он в земле, не в земле. Ну, спускайся ты. Походу, он в земле. Нет, не в земле. Нет, да не ты нападай, а другой. Так, вот ты. Ладно, сам напал. Так, и полетели мы дальше, ребята. Нужно лететь, нужно найти биому зимнюю. Постараться хотя бы найти. Лунатон. Хитмончен. Вот кого нам еще нужно. Хитмончен, Лунатон, которые в горах спавнятся. Нужно постараться их найти. Но вот то, что они тоже не очень так спавнятся часто. Ладно, ладно, сейчас попытаемся. Я, если помню... Это что там такое? Лава? Что-то такое. Если я помню, то... То в этой стороне у нас было зимнее биома. Если я помню. Сейчас мы посмотрим, в принципе. Тут у нас болото. О, шайни, ребята. И парасект. И парасект. Давайте же сразу так, чтобы не париться. Нужно было пора сословить. Скорупи. Ребят, я понимаю, что мастерболы не бесконечные, но все же... Сейчас просто-напросто у нас нет времени вот это все перебирать, каких ловить. Тут у нас был кофеинг, но он испарился. 7 мастерболов. Так, давайте сейчас я тут еще посчитаю. Парасект у нас есть. Кто у нас есть? Больше никого, в принципе, мы не словили. Мунчелакс, Чикорита, Чинчоу у нас есть. Свайну, Пилосвайн, Стантлер, вот это я даже не представляю, что это такое. Кто это вообще? Ладно, давайте полетим, ребят, дальше. Нужно просто дальше полететь, посмотреть, если тут что-то такое. Если тут вообще зимняя биома. Там мы сможем найти Джинкс и Пилосвайна. Которые, в принципе, нам необходимы. Что, ну, в принципе, необходимо, да. Тут у нас кто? Хитмончен и Лунатон. Эх, если они, конечно, попадутся, можно попытаться их словить. 7 мастерболов. Ух, вот лагает, конечно, ребят, я извиняюсь, но вот мир прогружается просто-напросто. Сейчас я, наверное, все-таки перезайду, потому что это сдуреть можно. Так. Так. Давайте мы дальше полетим, только вот этот Пиджиот, или... Сейчас, что-то он, вот. Давайте-ка мы полетим дальше. Кто тут у нас? Чан, Хитмончен нам нужен. И также Лунатон, который, в принципе, тоже... Тут я что-то его никак не вижу. Ну что ты, есть болото, давайте сейчас посмотрим, кто тут есть, но походу никого толкового, кого нам нужно словить, Кофинга и Гримера нам нужно, это такие, которые только в болоте, по идее, да? Так, ладно, харе лагать, я понимаю, карта, конечно, погружается, о, если он не в земле... В земле. Ладно. Там еще. Еще болото. Давайте посмотрим, есть ли тут кто-то. Нет, нету.
А нужно бы, чтобы был кто-то, хотя бы кофинг. Нет, тут никого нету. О, тут еще есть болото. И большое, по идее. Нужно искать гримера и кофинга, ребята. Или сразу же можно визинга или там мука. Если они, конечно, заспавнятся вообще. Потому что я вообще никого не вижу. Только вот эконцы, которые кучами тоже везде спавнятся. И больше я никого не вижу, ребята. Поэтому фиг его знает. Где мы их найдем, если они толком не спавнятся? А вот то, что где зимняя биома, если бы я помнил, мы уже так далеко отлетели. Хотя как далеко? Ну давайте, если мы вот сюда, например, полетим, то... Синдаквил. Ух. Но он у нас уже есть. Так. Так, 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 так. Ух, охренеть, сколько нам еще покемонов словить. Ну вот я думаю, вот такие сначала очень простеньких словить, ну как бы, которые не очень редкие. То есть, ну вот, было бы офигенно там кофинга, гримера, того же, ту же Танжелу, Лунатона. Кого еще там можно, который не редкий? Сила. Вот то, что просто я вообще не знаю. Они как-то, можно сказать, перестали спавниться, потому что я их уже не знаю сколько. Не могу найти сил. Где они вообще? Капут. Чикариту. 4 Иви нам нужно. Вот это вообще сдуреть, ребята. Чикарита. Или Иви. Потому что Иви, в принципе, капут как нам нужна. 4 штуки, офигеть. Нет, нету. А вот по поводу Бола, точнее Орба, я не знаю. Там еще я не знаю, сколько нужно покемонов убить, чтобы его прокачать. Но нужно. В принципе, нужно. Конечно, что нужно. Ну чё, ну дайте кофинга хотя бы. Нету, нету, никто. Кто не хочет спавниться? Никто. О, зато мы зимнюю биому нашли, ребята. Так. В принципе, я так думаю, давайте на этом уже закончим тут эту серию, ребята. Не забываем, если наберется 100 лайков под этой серией, то сразу же выйдет новая. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Всем пока.